Добрый вечер. В нашей пресс-конференции принимает участие главный тренер федерации Кинэн. I think it from our point of view, we played hard. We couldn't capitalize offensively the first 40 minutes, which hurt us, whether it was a credit to their goaltender who shut us out for 40 minutes, made the difference. I believe we outshot them and pressed pretty hard, but weren't able to get any offense or any goals early in the game would give us some momentum. С нашей стороны мы показали хороший хоккей сегодня, 40 минут не могли забить, здорово отыграл вратарь соперника и, в принципе, сыграл довольно-таки неплохо. Ну, у нас первая победа, основное время без бед, в общем, мы все хотели очень выиграть именно в основное время. Хорошо, что это получилось. Главным образом, конечно, мы довольны самоотдачей ребят. Если они так будут дальше продолжать, то будет все нормально. А в тактическом плане еще не все адаптировались, но в начало сезона будем работать. Пожалуйста, все, у меня все пожалуйста, вопрос. Ты можно представить, пожалуйста. Спасибо, всего доброго. Сейчас выплывем.